Александр Иванович и Амина Гусейновна уже полвека живут в Одинцове. Последние 5-6 лет они регулярно в начале осени делают прививки от гриппа. Признаются, что за это время не болели ни разу. Пришли и в этом году, в первый день работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта. Прекрасно себя чувствуем, и как раз здесь намного быстрее, чем в поликлинике. Да, на часа 3-4. Тоже были, вот. Это раньше. Но там надо записываться, надо к врачу отдельно очередь выстоять и потом уже прививку. Это часов 5-6 занимает. А здесь быстренько. Большую часть времени занимает заполнение согласия на вакцинацию и анкеты пациента, куда необходимо вписать личные данные, в том числе паспорта, полиса и СНИЛС. Затем консультация врача с обязательным измерением температуры и выяснением состояния здоровья пациента. После этого можно идти на вакцинацию. Прививки делаем от гриппа, Совигрипп на данный момент прививка, делаем спутник Лайт и делаем первый-второй компонент гамковид-вак, тот же спутник. Вот. Если люди, кто привились от гриппа, ждем месяц, только потом колем от ковида прививки. И то же самое наоборот. Противопоказания к любой вакцинации и от гриппа, и от ковида одинаковые. Активные простуды и хронические заболевания в стадии обострения. Это же касается и ревакцинации. Лайт колят только тем, кто привит уже был первично. Те, кто имеют QR-код, переболевшие, имеют полгода от заболевания. Вот, пока других постановлений не было. За первый час медики вакцинировали 9 человек от гриппа и еще 9 вторым компонентом от ковида. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт будет работать до декабря на центральной площади по средам и субботам с 10 утра до 15:00. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».